Полицейские в Дагестане задержали бойца смешанных единоборств Ислама Вагабова, ранее объявленного в розыск. По данным МВД республики, 8 июня в ходе конфликта Вагабов с соучастниками избили 36-летнего жителя Махачкалы. В результате пострадавший был госпитализирован. По информации ряда СМИ, избитый является племянником бывшего главы Дагестана Муху Алиева. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Просто недопоняли друг друга, подрались. А до этого что было? До этого тоже он дрался там с другим, моим другом, подрались. А саму причину драки вообще, что сподвигло вас на это? Из-за чего? Что вас засунул? Этот сказал, тот сказал, этот матом сказал, и вот так обычно. Вы сожалеете о том, что произошло? Ну, всегда, конечно, сожалею.